Ну что, наша банда готова выдвигаться. Путешествие! В полном составе практически. Нежданно-негаданно я подумала. Чего нам сидеть в Москве? Поедем-ка съездим. И познаем этот мир. Так что... Увидимся. Где-то. Где-то. Неприятности. Мама говорила, давай пораньше выйдем. Я говорю, да зачем? А все просто стоят, непонятно почему. Ну, скорее всего, там какая-то авария и растаскивают. Там, ну, люди просто стоят, хочется покажу. Уже повыходили из машин. Ой-ой-ой-ой-ой. А? Пойдем пешком с чемоданом. Похоже на то. Короче. Едем на дачу. Короче, да, наша поездка может накрыться медным тазом. Что случилось? Мам, я в следующий раз буду тебя слушать, обещаю.